Meizu меняет стратегию, чтобы успешно конкурировать с Xiaomi. Несколько недель назад компания Meizu выпустила на рынке Индии смартфоны Meizu 16TH, Meizu M6T и Meizu C9. После перерыва китайский производитель снова решил попробовать покорить рынок Индии, только в этот раз выбрав другую стратегию. Исполнительный директор Meizu India Рамашиш Рей, в интервью Economic Times заявил, что компания намеревается уделять большое внимание дизайну новых смартфонов, а также заключать партнерские соглашения, которые будут касаться производства и продаж ее продукции. Например, модель Meizu C9 производится в Индии компанией Noida, а продается через сеть Amazon. Он подтвердил, что со временем больше смартфонов компании Meizu будут производиться и продаваться по этой схеме. Кроме того, Meizu активно планирует продвигать свою продукцию по онлайновым каналам и в розничных сетях. Эксклюзивным онлайновым партнером компании в Индии является Amazon. Для розничной торговли Meizu рассматривает в качестве партнера компанию Reliance J. Рамашиш Рей похвалил Xiaomi за то, что компании удалось добиться небывалых высот в Индии, но добавил, что Meizu не боится конкуренции. В первом квартале Meizu планирует выпустить не менее двух новых моделей смартфонов в Индии.